Всем привет! Вы снова на канале TerioPS. Короче, у меня такая ситуация с каналом, что он стоит. Просто вот встал в такое, знаете, состояние. Я понимаю, что это временно, но я сейчас очень близко от депрессии, поэтому я решила поговорить с вами, записать это видео прямо сейчас, потому что мне очень важно, и спросить вас, что вам интересно. Я понимаю, что мой сериал не заходит. Ну, какой там сериал? Какой уже сериал, когда он не заходит? Я, правда, очень сильно переживаю. Для меня очень сильно важно. И я понимаю, как бы, что я сейчас на месте стою, что я вообще никак не развиваюсь, что как снимала, например, ну, скажем, ну, даже не знаю. Короче, я не улучшила никак видео свое, я понимаю. Просто напишите мне в комментариях, что вам интересно. Правда, я сейчас очень сильно переживаю. Для меня очень важно. Может быть, просто дать себе отдохнуть. Ну, в принципе, я уже делала такой себе отпуск небольшой. Наверное, я еще так сделаю. Ну, потому что, как бы, если сейчас не идет канал, я думаю, может быть, его пока оставить временно. Ну, в смысле, ненадолго, конечно, пока что. Потому что у меня, как бы, мне тяжело сейчас снимать, потому что отдачи никакой, комментариев никаких. Ну и все такое. Отписки у меня идут. Мне очень тяжело это. Понимаете, это даже больно. Опять же, если я сейчас, например, оставлю канал на какое-то время, да, я боюсь за него. Боюсь, что он как бы встанет окончательно и так далее. Мне очень страшно за это, поэтому я не могу долго оставлять канал. Опять же, тут такая ситуация, что я не понимаю, что вам нравится. Мне очень важно, чтобы вы писали, поэтому что вам нравится про сериалы. Пишите там, например. Ну да, вы хотите сериал, я вас понимаю, вы мне писали об этом. Это я поняла, я вас услышала. Но, ну да, я понимаю, много тегов. Ну да, поднадоело. Но мне было интересно их снимать. Может быть, я еще что-то придумаю, но что-то я устала, я правда устала, морально устала. Как бы тут вообще такая ситуация, что... Ну, я не знаю, короче, я, конечно, стараюсь, но, может быть, я что-то делаю не так. Ну, потому что я что-то вперед не иду, стою на месте, и все, как мой канал, все. И я не знаю, мне YouTube мало продвигает, даже не знаю, что с этим делать. Мне кажется, если я продолжу снимать сейчас опять, я просто загоню себя в глубокую депрессию, серьезно. Мне кажется, я просто стою на месте, правда, мне так кажется. Особенно в моих сериалах. Ладно, ребят, я буду заканчивать это видео, вроде как оно получилось коротенькое. Вы были на канале TerioPS, если захотите, то подписывайтесь, ну и все такое. Я вас всех очень сильно люблю, всем пока и до следующих новых видео.